Вы работаете? Нет, не работаю. Ранее судимы? Судим. Когда? По каким статьям? Не помню. Статьи тоже не помните? Статьи 158 там. Кражи, да? Кражи, да. Общий срок проведения в местах лишения свободы сколько лет? Не помню. Ну, вы отбывали реальный срок? Да, конечно. Отбывали. Да. А где отбывали? Город Астрахань. То есть все 40 сидели у вас? Совершенно верно, да. Я понял. В криминальном статусе по жизни кем себя считаете? Я вор. Вы вор. Ваше уголовное имя? Айко меня зовут. Айко. Наколки на теле имеете? Имею. Раздевайте себе наколки. Звезды воровские? Конечно. Боком повернитесь. Спиной. Еще раз боком другим. Все, спасибо. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержали так называемого вора в законе, известного в уголовной среде как Айко Астраханский. Задержание происходило в северо-западном округе Москвы. В ходе досмотра у него обнаружено и изъято около 3 граммов героина. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков», проводится расследование.